Я бы хотел с тобой записать передачу на эту тему. На тему собора. Я удалил в год, может, 10-15 программ. Бог не прощает людей, которые не просят у него прощения. Только Библия. Иногда лучше помолчать. Я не знаю. У меня нету слов. Я не знаю, что сказать. А если будет сильно плохо, то мы сбежим в Каролину. Вот. Я считаю, что Христос может прийти завтра, а может через 1000 лет. Евангельская аналитическая программа «Сион» имеет уже собственный YouTube-канал. Мы будем выходить на собственном канале, и поэтому предлагаем всем подписываться и участвовать с помощью лайков, дизлайков, даже комментариев. Таким образом вы помогаете и улучшаете наш контент.